Ребята, всем добрый день. Я тоже так же, как и вы, смотрю разные видео, интересуюсь разными новинками. Последнее время меня заинтересовала камера вот эта вот. Вернее, не камера, а мобильный тепловизор. Интересные отзывы. Ну и, короче, я тоже решил ее купить. Смотрим. Это дешевый тепловизор, компакт. Есть другие модели, которые подключаются и работают от мобильного телефона. Так, как его открыть? Ладно. Разрежем вот так вот. И думаю, пойдет комплектность. Сейчас вам расскажу, покажу, что есть внутри. И зачем я это дело купил. Так, секундочку. Вот, ребята, весь комплект. Значит, защитный водонепроницаемый чехол. Не знаю, то ли для сохранения, то ли для съемки. Буду потом разбираться. И сам вот такой вот тепловизор. Ну, инструкция понятная. Все это дело нам не надо. Значит, вставляется он сюда в USB. Так, да, вот так вот. Вот. И получается такая интересная конструкция, которая работает от смартфона. Значит, ребята, зачем я снимаю это видео? Я вам сейчас покажу вот здесь вот, где я его купил. Кстати, я заказывал из России, я почему-то у нас не смог купить. Просто сейчас близкий родственник был в России, и он мне оттуда привез. Заказывал он через интернет, ждал я где-то месяц, наверное, пока он... Он купил-то сразу, но пока привез. Значит, купил вот здесь вот на сайте. Сайт Dadget. Вот он есть. SEC Thermal для смартфонов. Я, конечно, тоже уточнял. Вот здесь вот в переписке в чате я уточнял, подойдет ли он к моему смартфону. Подходит он, там просто разные программы и так далее. Цена 22 900. Купили мы, по-моему, где-то 22 400 было. Точно не помню, но дешевле. Все, я почитал. Значит, если вам будет интересно, чтобы задать вопросы, вот можете посмотреть вот эти вот видео. Это на YouTube. Или это не то, сейчас я скажу точно. Так. А, это реклама просто-напросто. Сейчас, секунду, тоже не то. Вот это видео. Я потом на этот сайт и на это видео оставлю вам ссылочки, кому интересно, посмотрите. Ну, вот все настройки, русский язык и так далее. Рассказано все и показано. Ссылочки, короче, я оставлю, посмотрите, кому интересно. Ну, говорю, кому будет интересно, значит, ребята, посмотрите. Чтобы я вот это вот дело все испытал, я-то, конечно, поиспытываю сегодня, начну, уже есть предложение от коллеги идти за зайцами смотреть, знаете. Ну, у меня-то есть свой интерес, конечно, я хочу испытать, найти, мне надо найти теплые трубы в теплом полу, чтобы можно было задюбелиться между ними. Ну и думаю, наверное, пригодится. И для того, чтобы снять полноценный обзор на этот тепловизор, я бы хотел, чтобы вы, конечно, оставили комментарии, кому что интересно будет увидеть. Я думаю, я смогу ответить на ваши вопросы. И потом я уже сделаю полностью обзор видео, как он работает, этот телевизор. И мы вместе решим, нужно такие девайсы покупать или не нужно. Возможно, это просто потраченные деньги ради развлечения. А возможно, он действительно будет нужен для работы. Поэтому пишите, кому интересно. Там окна, двери, автомобили, все у меня есть. Все мы сможем проверить. Мы сможем проверить в лесу, мы сможем проверить на поле. Отвечайте, пожалуйста, комментируйте. И у кого, если у кого-то есть опыт, кто уже имеет такой тепловизор, тоже, пожалуйста, оставьте свои ответы, свои комментарии. Ну а пока у меня все. Желаю вам всем удачи и добра. Будьте умны. Ну и потом мы будем смотреть приблизительно через 2 недели полностью обзор на этот тепловизор. Пока еще не знаю, насколько правильно, да? Потом покажу, буду пользоваться. Вот открытое окно. Вот я стою, отражение. И вот что показывает тепловизор. Тепло уходит только там,
где открытая, вот эта желтенькая непонятно возле штапиков и возле подоконника, да? Кстати, далеко приходится. Вот видите, где тепло уходит? Под самым низом окна. Вот оно. А на откосах? Нет, откосы утеплены. Поэтому, кто оставлял здесь вот мне комментарии под видео, я не утеплил. Вы, ребята, правы на 250%. Видите, где тепло уходит? Вот так вот. И вроде пропенено. Нет, там запенено все, там вот эта монтажная планка, она пустая. Ее тоже надо было пропенивать. У нее губки в середине не было. Вот оно где проходит. Так. Собака. Собака. О-о-о-о-о. А за сколько же метров берет? Так, тут до тех собак метров 15. Так, можно звонить Мариану, что зайца он найдет за 10 метров, дальше не. Смотрите, ребята, вот видите, петля теплого пола. Вот если моя нога, вот, вот она пошла петля. То есть реально все можно найти, надо только ровненько камеру ставить, а здесь не помню, резкости ли не навел. И вот она пошла, одна петля, вот соседняя, вот она здесь. И вот дальше вот можно идти по трубе.